Hi, my students. Сегодня мы поговорим с вами о том, как с помощью простых средств можно решать довольно-таки сложные задачи. Системы управления, в частности, для управления объектами, используются вычислительные машины, в частности, цифровые вычислительные машины, которые позволяют вычислить необходимые параметры для управления процессами и объектами. Такие вычислительные машины иногда вырабатывают коды довольно-таки быстро, но некоторые операции цифровые вычислительные машины выполняют медленно. Так они таким операциям можно отнести операцию деления и умножения. Для того, чтобы, например, поделить один код на другой, то есть двоичное одно число на другое, необходимо произвести, ну, как минимум, два n операции, две n число разрядов. То есть надо производить сдвиги, вычитание, сдвиги, вычитание. Таким образом получается частное деление. Но современные динамические процессы, быстро протекающие, они не могут ждать, пока мы вычислительная машина сообразит, и несмотря на ее большое быстродействие, процессы более быстрые, чем операции производятся деление или умножение в машине. Поэтому вот для выполнения такой операции было создано устройство, принцип которого очень довольно-таки простой. Все вы знаете обыкновенное сопротивление, а не число сопротивления. Оно, это сопротивление, является двухполюсником. Ну и, соответственно, ток и напряжение в нем связаны известным законом Ома. Ток является напряжением на полюсах этого двухполюсника, поделенным на сопротивление. То есть принцип каждого позволяет, но увеличение напряжения и сопротивления является аналоговым. Вот в свое время в воздухе болталась одна идея, которая пришла мне на ум, и я этот двухполюсник немножко декомпозировал, это сопротивление, и получилось вот такая цепь. Вот такая цепь. Это тоже двухполюсник. Но в нем это сопротивление разбито на такую сетку сопротивления. Вот я здесь ее покажу. Это сетка сопротивления с ключами. Вот имеются веточки сопротивлений, закороченные, запараллеленные с ключами соответствующими. На ключи веточки, каждой веточке поступает управляющий двоичный сигнал включить-выключить соответствующую коду двоичному NA. Например, разрядность кода N. Вот. AN это булевые переменные A0, AN булевые переменные этого кода. На каждой веточка из этих, она своими ключами подключается к одному из полюсов. К одному из полюсов. Вот. Удачно повернуть. Это B. Код B. NB. Каждый вектор подключается своим ключом к общему полюсу выходному. Вот это выходные два полюса этого двухполюса. Про цифроуправляемые двухполюсы. Следует отметить, что каждая веточка является цифроуправляемым сопротивлением, которое хорошо описано в работе книги Смолова Владимира Борисовича «Цифроуправляемое сопротивление». Они взвешены по двоичному закону этих сопротивлений так, что общее сопротивление каждой веточки
выражается вот такой вот формулкой. А проводимость, соответственно, обратная величина. Вот здесь выписаны все сопротивления проводимости каждой из веточек. Покажу поподробнее. Ну, соответственно, здесь нетрудно вам сообразить, что посчитать, что выходная проводимость будет отношение вот, единица на R, NB к NA, или выходное сопротивление будет R нулевое на NA на NB. То есть фактически мы получили отношение двух кодов в виде сопротивления, ну, которые, наверное, используются дальше в схемах. Можно для выработки напряжения управляющего, например, цепь обратной связи операционного усилителя она устанавливается. И на выходе операционного усилителя мы получим соответствующее управляющее напряжение для управления процессом. Действие данной силы происходит, естественно, за один такт. За один такт коды NA и NB подаются на этот, на ключи. Соответственно, в этом же такте, в конце переходного процесса этого такта, мы получаем требуемое сопротивление R-выхода. Схема, конечно, проста, но довольно-таки она выражает фундаментальные свойства. То, что с помощью простых методов можно получить решение довольно-таки сложных задач. Далее нами была обобщена эта схема на случай трехмерной. Там уже можно производить и умножение, и деление одновременно. То есть получается типа кубической структуры, где слои, это сопротивление, слои сопротивления, подключается еще в третьей серии ключей. Данная схема, в общем-то, вызвала большой интерес у специалистов, и такие корифеи науки, как Владимир Борисович Смолов и заслуженный деятель науки и техники и академик Лукопад, помогли мне эту идею, которую я из воздуха словил, помогли ее оформить мне и в виде дисциплины, и в виде статьи в журнале «Электромеханика». Данная цепь, несмотря на свою простоту, имеет большое прикладное значение. Особенно на данном этапе, когда управляемые процессы очень быстротечны. Например, вы знаете, что современные ракеты имеют очень большую скорость. В частности, ракеты ПРО. Против ракет этих ПРО, чтобы сработать, необходимо иметь соответствующие быстродействующие вычислительные средства для наведения этой системы. И вот именно вот такие элементы, которые за один такт выполняют много математических операций, и следует на них обратить внимание. Поэтому вот в данный момент позволяет мне рекомендовать нашим студентам, которые занимаются процессом управления летательными объектами, это характерно, и химическими процессами, которые бывают тоже очень быстро протекающие. И многие механические процессы тоже, современные механические процессы тоже протекают быстро. Ну, приведу пример, да, для того, чтобы испытать простой подшипник, его иногда раскрутит до миллиона оборотов в минуту. То есть это очень большая скорость. Людей за такими процессами осуществлять контроль очень затруднительно. Вот такие дела, поэтому пользуйтесь и используйте эти приемы. Может быть, эта идея разовьется у вас в более современном виде, применением современных средств, нанотехнологий, микроэлектроники, микросхемы техники, поскольку электронные ключи
в настоящее время тоже очень быстро действует. Это и пикосекундные, и до фемтосекундных скоростей имеются в пути. Спасибо большое за внимание.